Христианские притчи. Наследие святых отцов. Два богатыря. Ехал по полю богатырь. Шлем, латы, щит, копье, булава, да еще меч в ножнах. Навстречу старец-монах. Выленившая скуфейка на голове, заплатанный подрясник, а в руках четки. «Будь здрав, честный отче! И тебе, детинушка, не хворать! Куда путь держишь? На войну? А ты?» «А я и так на войне. Мне ее, как тебе, и искать не надо». Посмотрели друг на друга с пониманием два богатыря и заторопились спасать Русь от видимых и невидимых врагов.